Новый год приближается, и город начинает погружаться в предпраздничные хлопоты. Чего ждут люберчане 2016-го и как будут отмечать? Узнаем прямо сейчас в рубрике «Свободный микрофон». Этот Новый год мы будем отмечать с семьей, так же, как и все предыдущие года. Все как обычно, оливье, шуба. Курочка или утка еще не решили, посмотрим. Также будем делать специальные блюда для малышей, чтобы им тоже было интересно. Посмотрим телевизор, может быть, сходим сюда на пруды в Наташинский парк, посмотрим на фейерверки. И все как обычно. Тем более, что Новый год приходится на рождественский пост, поэтому весьма и весьма в соответствии с канонами Русской Православной Церкви. Мира хочу. Радости. Чтобы все было хорошо. И чтобы мы, в конце концов, террористов разгромили. Как обычно. Мы уже взрослые, то дети ждут чуда. А мы, наверное, делаем чудеса для детей. С учетом того, что вот меняется в мире, и тем более, так сказать, ситуация такая не совсем праздничная, но Новый год, он так и останется наилучшим праздником, и будем его ждать с нетерпением. Может быть, какие-то будут и загадки даже. Как показал опрос, больше всего люберчане ждут мира в новом году и точно знают, что праздник и чудеса делаются своими руками. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.